О том, что собака – друг человека, каждый из нас знает с самого детства. Но не все задумываются о том, как много на улицах бродит наших четвероногих друзей без домашнего уюта и тепла. Благодаря неравнодушным людям открываются приюты для бездомных животных. Правда, самостоятельно их содержать очень сложно. Не так давно в нашем городе прошел благотворительный концерт в поддержку приюта «Волчок», который собрал музыкальные группы и исполнителей разных стилей. Мы хотим привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных, чтобы все присоединялись не только к нашему приюту, а вообще ко всей зоозащите, потому что на самом деле не хватает рук, не хватает добрых сердец, ну и не хватает хозяев, конечно, для наших собачек. За время работы приюта «Волчок» удалось сохранить жизнь нескольким сотням бездомных животных, спасти их от гибели, вылечить, а около 600 щенков и взрослых собак обрели новую семью. Вся эта колоссальная работа была проделана руководителями приюта, спонсорами и просто неравнодушными к этой проблеме волонтерами. Ей появилось после того, как я спасла собачку, щеночка, ее звали «Волчок». Она настолько тяжело болела, и когда несколько щенков было в квартире, они еле выжили, я поняла, что в квартире держать и так это нереально. Вот так возникла идея, что сделать приют. Я просила, говорю, ты, Волчок, выживи, только воспоминания очень такие. Только выживи, что я, если ты выживешь, я открою приют для щенков. Она выжила, «Волчок», в честь нее назвали именно приют. Вы знаете, я недавно была в Израиле, и хочу сказать, что там есть приюты и нет бездомных собак. То есть собак очень любят в Израиле и быстро разбирают. Вот я желаю, чтобы наша нация вот точно так же относилась к бездомным животным. Очень быстро их разбирали и организовывали им домашний уют. Уже несколько лет помогаю нескольким приютам, когда мне звонят мои знакомые и говорят: пожалуйста, приди, поддержи, привези еду или еще каким-то методом, может быть, даже там соорудить какие-то сооружения для собак и так далее. То есть я всегда откликаюсь на это, еду с большим удовольствием это делаю, приглашаю своих друзей. Помимо еды для питомцев, приюту всегда необходимы медикаменты и теплые вещи, игрушки и помощь по благоустройству. В качестве психологической поддержки волонтеры «Волчка» приезжают просто навести собак и провести с ними время. Ведь ощущение того, что ты нужен, важно для них так же, как и пища или кров. Еще больше новостей на нашем YouTube-канале Beauty Time. Подписывайтесь.